Приветствую вас. Я думаю, что глобально вот, проблема заключается в том, что вы, как мне кажется, с детства считаете, что вы должны быть на хорошем счету у своих близких. То есть, что это значит? Это значит, что они к вам должны хорошо относиться, они должны вас одобрять. Если этого не происходит, то вам становится тяжело, не по себе, ухудшается настроение и так далее. Некоторая затюканность, о которой вы говорите, это та благотворная среда, когда вы почувствовали, что не самостоятельны без близких. А ваша текущая реакция, некоторая жертвенность, да, то, что вот, например, вы вынуждены были несколько раз справлять праздники, ну, определенного рода. Это потребность получить одобрение. Ну, этих людей. И вы обесцениваете себя вне контекста окружающих, вне контекста близких. Втягиваясь в игру, вы надеетесь, вероятно, что вас одобрят, втягиваясь в игру, вы надеетесь, вероятно, что к вам будут относиться лучше, к вам будут относиться хорошо, хорошо, но этого не происходит. И не произойдет на самом деле, потому что это немножко деструктивная позиция. У вас есть обиды, ну, этих обид достаточно много. Проистекают обиды из требований, то есть вот вы требуете, например, от мамы, ну, быть той, кем вы хотите. Её видеть. Потому что она, вероятно, требует от вас этого. И вы научились
А по факту это постоянное разочарование, получается. Вот. Вот примерно, примерно. Такое. Ну, примерно такая история. То есть это очень такая сильная зависимость от своих родных, не отделение их от себя, восприятие исключительно как родителей, чувство вины перед ними. Вот. Ну, то есть в целом довольно такие токсичные, не самостоятельные, не сепарированные у вас отношения. Ох ты, и неуверенность в себе, какие-то сомнения, обесценивающие тенденции, обесценивающие факторы. Вот. Все это, конечно, достаточно тяжело, тяжело дается, как мне кажется. Ну, для вас. Вот, но, значит, в принципе, это все корректирует. Такая вот история. Вот. А вот. Удачи вам всего самого вам доброго, удачи. Вам нужно выбрать специалиста для того, чтобы поработать и решить ваши проблемы. Кроме того, поработать над мотивацией, потому что если, образно говоря, мотивации что-то менять нет, да, яркость, насыщенность, наполненность вашей жизни, снизится от того, что сепарируете от родителей, то вы не будете хотеть этого делать и, соответственно, будете саботировать процесс освобождения. Поэтому имейте, пожалуйста, этот момент в виду. На этом все. Удачи, всего самого доброго.